вот наше оборудование, которое мы непонятно зачем в таком количестве сюда притащили. Концерте мы будем проводить пропаганду против курения. Дорогие зрители, это была подготовка нашей арены боевых действий к тому, чтобы все зазвучало. Громко, очень сильно. Хорошо, свои люди, отлично. Нормально. То есть самое лучшее будет, если вы вот расположитесь вот по фронту здесь, а не по бокам. Ну, на ваше усмотрение, друзья.
светел и прекрасен ты, государь, а сородич твой ядовит, как овод. Для меня любовь — драгоценный дар, для него любовь — это только повод. Дочь его люблю я превыше сил, он же не желает нас видеть вместе, с ней он требует сильмарил. Такова цена королевской чести. Чего же ты хотел? Сын младшего народа, которому свою. Я готов исполнить чужую волю, я готов сразиться в любом бою с господином тьмы, властелином боли. Снаряди отряд, чтобы мне помочь, я пойду к врагу, что сидит на троне в каменной пустыне, где правит ночь. Вырву Сильмарил из его короны. Дышал одной любовью.
сами существовало Без оправданий пред тобой.
Я тут же суров. Властью мне данной я могу вас.
летящая стрела сверкала оберегом, чья грудь ее ждала. Смогла направить к цели.
Так, ладно, у этих там что-нибудь еще есть интересное? Ну, вон. Ну, только есть и прическа. Она очень хорошо... Это интересная, обычная прическа. Не, на контровом свете забавно выглядит. Ha ha ha.